Всем привет! Продолжаем тему электротранспорта, и сегодня речь пойдет о новом электросамокате Segway Ninebot F40. Дело в том, что Segway Ninebot — это своеобразный Apple в мире электротранспорта. Компания, которая задает тренды на данном рынке, она выпускает самокаты, скутеры, моноколеса и даже электроспортбайки. В отличие от большинства китайских производителей, ее продукцию не требуется каким-то образом самостоятельно дорабатывать или допиливать, поскольку здесь, как и в случае с Apple, все нормально работает прямо из коробки. Внешне новинка немного отличается от моделей предыдущего поколения Segway Ninebot. Она получила новую конструкцию рамы, выдерживающую райдера весом до 120 кг, пневматические 10-дюймовые колеса и мощный двигатель, разгоняющий самокат до 30 км в час за считанные секунды. Итак, начнем обзор с комплекта подставки. Он включает в себя зарядное устройство, инструкцию, пакетик с инструментами и запасное колесо с камерой внутри на случай прокола или повреждения. На мой взгляд, это вполне приятный бонус. Чтобы привести самокат в рабочее состояние, необходимо поднять рулевую стойку и зафиксировать ее специальной защелкой. Далее подключаем штекер питания, прикручиваем руль отверткой из комплекта и коннектимся с мобильным приложением. После этих действий устройство полностью готово к поездке. F40 оснащен большим и ярким интеллектуальным дисплеем, на котором отображается текущий уровень заряда, скорость, режим езды, состояние Bluetooth-подключения и состояние фар. Надо сказать, что дисплей качественный, с крупными цифрами. Конечно, на солнце он немного слепнет, но при этом информация все равно остается читабельной. Режимов езды всего три – Eco, Drive и Sport. Переключаться между ними можно двойным нажатием на кнопку включения. В режиме Eco основной упор сделан на длительность поездки, поэтому самокат в нем разгоняется неспешно, а максимальная скорость ограничена 15 км в час. В спорт-режиме ситуация меняется кардинальным образом, самокат становится более динамичным и максимальные 30 км в час набирает практически моментально. Ну а драйв — это что-то среднее между первым и вторым, в нем и динамика присутствует, и расход аккумулятора не такой большой. Скутер собран отлично, он обладает крепкой монолитной конструкцией. Здесь ничего не болтается, не люфтит и не скрипит. Производитель даже утверждает, что перед началом продаж эта модель прошла специальное тестирование, включающее в себя более 45 различных испытаний на надежность. По итогам этого теста было установлено, что в городских условиях самокат может проехать более 10 тысяч километров без какого-либо ремонта. Разумеется, так это или нет, покажет только время, но по ощущениям скутер действительно выглядит крепким и надежным. Система торможения двойная. Переднее колесо тормозит двигателем, а на заднем находится вентилируемая дисковая система. Надо сказать, что работает такое решение крайне эффективно. При нажатии на ручку тормоза самокат моментально сбрасывает скорость до 10-12 км в час, а затем дисковые тормоза более плавно замедляют его до полной остановки. Поначалу тормоза даже казались мне чрезмерно резкими, но спустя какое-то время я привык и пришло понимание, что это скорее плюс. В условиях города с его плотным движением и большим количеством пешеходов на тротуаре крайне важно иметь возможность мгновенно остановиться. Размер аккумулятора уменьшился относительно модели Segway Ninebot прошлого поколения, но емкость при этом не пострадала. На одном заряде электросамокат способен проехать до 40 км. Мы тестировали его в спортивном режиме, что называется, на пределе возможностей. При весе райдера в 80 кг заряда хватило на 27 км. Если использовать исключительно экономичный режим и не злоупотреблять подъемами в гору, думаю, вполне можно приблизиться к заявленным 35-40 км. А вообще, батарея здесь довольно умная и содержит в себе кучу технологических примочек. Например, есть функция рекуперации энергии, когда батарея подзаряжается в процессе торможения самоката. Еще есть защита от перегрева, замыкания и перезарядки. При возникновении неисправностей, связанных с аккумулятором, самокат проинформирует вас об этом сообщением на дисплее. Чтобы кататься ночью было комфортнее и безопаснее, сюда установили светодиодную фару мощностью 2,5 Вт. Она освещает дорогу более чем на 10 метров вперед и при этом не слепит прохожих. Над задним колесом находится красный стоп-сигнал. Как я уже сказал в начале видео, Segway Ninebot F40 оснащен 10-дюймовыми пневматическими шинами. Преимущества их очевидны. Во-первых, по сравнению с бескамерными колесами, у них лучшая амортизация и, соответственно, более плавный ход.
Они бесшумные и благодаря специальному рисунку протектора отлично держат дорогу даже на мокрой поверхности. Главное в таких колесах время от времени проверять давление и подкачивать их, если это необходимо. Потому как недостаточное давление будет приводить к преждевременному износу. Также мне понравилось удобное мобильное приложение, оно позволяет управлять любым электротранспортом этого производителя. На его главном экране отображается общий пробег скутера, заряд аккумулятора и прогноз на оставшееся количество километров. Ниже можно включить режим круиз-контроля, выбрать уровень рекуперации энергии и настроить работу заднего фонаря. А еще приложение умеет записывать трек вашей поездки, он отображается линией на карте, и в дальнейшем вы можете посмотреть, где, когда и с какой скоростью вы ехали. Также самокат можно заблокировать или разблокировать. Полезная функция на случай, если вы оставляете его без присмотра. Просто свайпаете по замочку, после чего включается режим сигнализации. Теперь при попытке поехать самокат заблокирует колеса и начнет неприятно пищать. Итак, Segway Ninebot F40 – это крепкий и мощный электросамокат, который отлично подойдет как для выходных прогулок, так и для поездок на работу. Он легко складывается, не занимает много места и без проблем помещается в багажнике автомобиля. К тому же запас хода у него вполне приличный, так что если вы хотите обновить свой старый самокат на что-то более технологичное или просто выбираете свой первый самокат, F40 станет отличным выбором.